Я обычный, такой же, как и все люди, обычный человек. Вот. Ничего сверхъестественного. Я реально смотрю на жизнь реальными глазами. Я понимаю, что нужно трудиться. Каждый заслуживает, наверное, то, где он находится. В 2014 году первый раз я приехал в Таиланд. Я полюбил это место, в принципе, и по сей день сюда приезжаю. Это очень круто, когда приезжают очень много бойцов с разных уголков мира. И все там на равных условиях. Все ребята приезжают с одной целью – это тренироваться, стать лучше, совершенствоваться. Ты где-то видишь, и это подталкивает тебя идти тоже тренироваться. Ты понимаешь, что ты приехал в такое место, в твоей жизни выпадает такой шанс, и хочется его использовать максимально. Вот за это можно любить Таиланд. The best Thailand. Как она, very good. Финиш, братан. Beautiful Peter Yan. Good. Stay on that head. Heavy, 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 heavy. I think you eat that one. I guess you could say Peter had a chip on his shoulder a little bit when he first came here. You're new, you don't really know anybody. Ship right. The training partners, you know, it's not the same. You're not familiar with them like at home. Now here we are 5 years later and he's oozing with confidence, as he should be, because what he's done in such a small amount of time is pretty incredible. Go up, Peter. Obviously now he's in the UFC and not just in the UFC, but a top contender. 30 seconds, Peter, you gotta get up. Да, моя база – бокс, и, конечно же, мне гораздо сложнее драться с борцами, с ребятами. Там, ну, у меня нету никакого опасения там, драться с борцами и так далее. Мне, в принципе, без разницы. Я... One minute! Grab a drink! Welcome to the UFC, Peter No Mercy Yan. He is a former ACB bantamweight champion, wants to show his Siberian spirit. He wears them down, he beats them up, and it's beautifully technical when he does it. Nice way to punctuate for the Russian. This is beautiful violence. It really is. Мой следующий бой, мой оппонент против Джимми Ривера, 7-й рейтинг, 7-й номер UFC. Look at this guy. Этот бой на данный момент самый важный в моей карьере, так как мой оппонент находится выше меня в рейтингах. Не вижу в нем ничего такого сверхъестественного, поэтому обычный средний боец. Peter's style is fun to watch, man. Not only is he pressuring forward the whole time in the fight, he's also defending. And he does it very successfully. Вот так и живем.
так вот и живем. Кайф, да? Это просто вы смотрите, а когда вы этим живете, это вообще совсем другое, наверное. Каждый день появляются сильнейшие ребята, опаснейшие ребята. Никого нельзя недооценивать. Четыре года назад мы завоевали это место. Все, пацаны, печку зарядил. Обои мы зарядили. Сейчас идем париться. Все. Банька, восстановление. День назад особо не садись. Смели. Вот, вот, смотри, братан. Ну ладно, я тебе буду играть. Сибириан стайл. Very cold water. Я вырос в деревне, в большой семье. Я знаю, что такое голод, холод. Я был самостоятельным с детства, наверное, потому что мама часто работала и UFC смотрел только по телевизору, и я не мог себе даже представить, что когда-то я смогу туда попасть. Да, изначально, конечно же, я не мог подумать, где я буду находиться, но то, что куда я пришел сегодня, я думаю, что для многих... Что все в этой жизни реально. Стоит только захотеть, и все. I want oatmeal and green tea, jasmine tea. Доброе утро. Мотоцикл показать? А вот это что за мотоцикл? Зеленый мотоцикл, папин, видишь? Сына, покажи силу свою. Ну-ка, силу покажи, свою силу. Покажи силу. Ну-ка, Юль, нормально, покажи ему силу. Ну-ка, напряги силу, сына. Ну, телефон-то не видно. Every day, only видео. Ну, чуть-чуть на себя тоже поверни, Юль, тебя-то не видно. Заказал кашку вот такую, смотри. А показать у Паши, у папы, какая вкусная? А? Дань, смотри, Дань. Сейчас было бы круто, если вы были рядом. Давайте. Все на все. Пока. Bye-bye, baby. Настанут времена, когда я перестану профессионально заниматься, сутками пахать спортом. Я буду лежать где-нибудь с ними в теплом местечке, попивать кокосик. He's a weapon, man. You know, sometimes he just goes. My job really is not to push him, it's to pull him back at times. Тут надо быть очень дисциплинированным. Нужно уметь жертвовать, уметь терпеть, потому что все хорошо сразу не бывает. Также я считаю, что я универсальный боец, который может бороться и... Yes.
hair. Good power. Excellent, bro. You know, skill work's going to be the most important thing, but if we can build his strength, build his power, build his endurance, his conditioning, etc., that's going to then be able to give him the opportunity to be able to utilise his skills more effectively. Я буду такой же, как и всегда, холоднокровный, с горящими глазами. Я понимаю, что он здесь, чтобы бить меня, и я здесь тоже, чтобы выиграть его. Одна цель у меня – одержать победу. Я готов его просто разорвать. Изи, бро, изи, изи, релакс. Я не вообще без разницы, что ты. Я хочу на тебя смотрю. Ты что, на тебя смотреть нельзя, что ли? Сейчас выгорят юхи. Sounds good, yeah. Good luck, Saturday. Good luck. Скажи, чтобы не нервничал. Скажи, чтобы не нервничал. Скажи, чтобы не нервничал. Скажи ему, чтобы не нервничал. Скажи, чтобы не нервничал. He said, don't be nervous. Oh, tell him I'm not nervous. I can fight with him right now. Батан, я тебе скажу, у него руки холодные, ладошки холодные. Окей. Окей. Коуч. Да, это все нормально. Мы пообщались. Я понял, что для него это часть игры, а для меня это жизнь. This card is fucking stacked. It's great. Yeah. I can't wait. This is all a choke, huh? We'll see Saturday. We'll see Saturday. I thought it was fucking hysterical. See that little Burger King getup Henry Z was wearing. It's a big night for the Bantamweight division. You got some big names out there. I think with a really impressive win, it could take me either number one contender or take me right into title shot. Break down Jimmy Rivera. What does he see as an opponent? What are the challenges? Это опытный парень, долго выступает в UFC, любит также подраться, вот, показывает характер. Я думаю, что это интересный будет бой. Матчмейкеры сделали хороший, так скажем. Right now, I'm just focused on go in and do my thing Saturday night. That's it. Good luck tomorrow. Thanks for Te meto a porrada hoje nele amanhã, bicho. Chega aí. É. Você, eu te pego perdendo peso. Outro eu vou, né? Chega aí. Chega aí. Дандон, блин. Что он сказал, братан? Не знаю, они что-то между собой, у них свой кипиш. Нормально себя чувствую. Осталось только согнать вес и все, и дальше сделать свою работу. Я думаю, меня не особо что-то может сломить. Да, 45 дней, где-то полтора месяца я уже не был дома, но это тяжело, то, что долгое время без семьи. Совсем скоро уже, после боя, я полечу домой, буду отдыхать, проводить время с семьей. Вот еще одна. Ты мой ухажер? Да, ухажер. Ты мой ухажер.
Да, сегодня моя мотивация — это завтра. Ты понимаешь, что завтра уже взвешивание. Весогонка проходит тяжело. Вот. Поэтому завтра будем взвешиваться, будем восстанавливаться. И уже день боя, думаю, будем себя хорошо чувствовать. У меня уже все заготовлено на завтра. Водичка, кокосовая водичка, ананасики, мед, финики. Бомба. 136. Very good, Jimmy. Thanks, guys. Thank you, guys. Я только иду побеждать, и все. Ну, другого варианта нету, как бы, в моей голове. 136. Ответственный момент наступает впереди. Да, Берс! Детка. Леха, ну, у Пети, как всегда, да, каждый лагерь не обходится без драмы, без травм, да? Да, просто не бывает. Это же воин, он идет через терни. За неделю до отлета решил заплыв сделать. И там его покусали медузы. Потому была температура. Непростые, непростые. Португальский корабль, там, говорит, летальный случай бывает даже. Ну, температура 38 была два дня, да. У нас просто не бывает. Сюда приехал, здесь став вылез. Его удаляли, ликвидировали. Когда удалили? Удалили. Вчера буквально. Позавчера. Да. Так что, как бы так. Все непросто, все непросто. Ну это все как обычно, это да? Это все как всегда, это уже естественно, к этому уже относится спокойнее. А так, конечно, мало приятного. Ну, дай бог, что все прошло, все обошлось. Идем за победу. Более выиграть уверенно, наверное, чем нежели мои оппоненты. Вот. Ну, чтобы, опять же, продвинуть себя на одну ступень выше. Меня никак это не расшатывает. Я осознанно понимаю, где, что и что нужно делать. Вечером будем делать уже свою работу в октагоне. Смотрели бой Стерлинга с Монизом. И выиграл Стерлинг. Хорошие новости для нас. Хорошие новости. Теперь дело за Петей. Побеждать надо ярко. Просить титул. Все по плану. Мистер Ян, как всегда, готов, заряжен. Сомнений нет. ТКО. Досрочная победа. Мистер Ян. Чем? В одном шаге от пояса. Возможно, с ним, да? Все, что мы готовили, тренировали, покажем в клетке. Вот. Поэтому мы идем только за победой. You're a gladiator. The gladiator in the old days, right? Let it all hang out. Yes, sir.
pure boxers on this UFC roster. Piotr Jan making the walk for his fifth UFC appearance. And he is a man that is on his way towards a title shot. The man in front of him, Jimmy Rivera, would love to stop this train. He's really excited for this matchup. It has got him up. His mental and physical toughness figures to be tested here tonight. Jimmy Rivera, number 7 in the world. Let's go. Taking on the 9th-ranked Piotr Jan. Jan is going to give him the type of fight that he wants, but feels he has a massive advantage in the wrestling and the grappling. Move in, Jimmy. Straight in. Don't let him back you up, Jimmy. Nice right hand out of the break for Rivera. Work in the clinch. You're fine, good. Let your hands go. Boom. Oh. Good uppercut in there by Jimmy. Keep working, Peter. Up, 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 up. Jimmy's rolling with him. Very nice scramble. Let it go now, let it go. Let his hands go, he's desperate now. Oh, there's that left from Jan. Oh, Rivera trying to survive to see the end of this round. Finish, Peter. Wow. That won him the round. Come on, come on, come on. Get the stool, get the stool. Here. Hey, Peter, beautiful. Your pressuring's work, okay? But he's getting out of the way sometimes. That time you caught him on the 3rd or 4th shot, okay? So you gotta keep following up with your pressure. You won the whole round except for the end, right? So fight with him, punch with him. Punch with him, you'll knock him down, okay? Okay. You're messing him up, okay? You gotta win this game. Okay. We got 10 minutes left. One shot. And let's see how tentative Jimmy is after getting dropped like that. Go forward. You're not going back this round. Oh, Jimmy heard him. Jimmy heard him. That's the Jimmy I know, baby. Bang. Yes. Yes. Keep going to the leg now. Oh, nice. Good kick to the body. Good, there you go, Peter, good. Right hand, left hook. You gotta win the round, Jimmy. He's gotta be careful when he gets square again, when he gets up against the cage. That's where he got tagged before. Hey! I think he cut him up pretty good. He ate that kick. Defend, head in the neck, head in the neck. Jimmy, throw your hand. Nice hands on both sides there. 30 seconds now to go on the round. Keep going. Fight him, Jimmy. Stay on him, Peter. Good. It's the same thing. He gets caught flat against the cage. Jimmy, let's go. You're giving him the fight. Don't give it to him. Throw your hands. Hey, finish him. Finish him, Peter. Round 2 ends with a huge knockdown for the Russian. He needs a knockout here. He needs a knockout here. You're fighting beautiful, Jimmy. Hey, you need a knockout. You need a knockout. So you know what you're gonna do this round? I want you to fucking knock this kid out in this round. You have 5 minutes left. Let him win the fight with a knockout, and then, but don't run. Go in, fucking fight him straight on. Make it the best fight you ever had. Keep that pressure on him. Keep throwing 3, 4, 5 punches. That's when you get him to the fence. That's when you hurt him. Pressure him to the fence. Don't give him space to kick you, okay? When he kicks, you return back. Let's go put him away. Jimmy Rivera's clearly 2 rounds down. 5 minutes, baby. 5 minutes. His corner telling him, let the guy knock you out. Right. But don't run from him. Right. If Piotr Jan's body language is any indication, he is fresh as a daisy. Jimmy, not a step back. Let's go forward. Jimmy, he listens to his coach. Look at him. I mean, he is not taking a backward step. He's trying to kill him. Yes! Come up with your own uppercut, Jimmy! Jan just doesn't seem all that fazed by the power being thrown his way. Jimmy, right to his head now. Finish the fight.
Give me right at him. Right head kick. Yes. What a fight. Jimmy Rivera, Petr Yan go the distance here in Chicago. Great fight, Jimmy. It was a great fight. Fought like an animal, baby. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for the winner by unanimous decision, Petr Nurmagomedov. Hello, Chicago. Ha! I 12 months, five more fight. I'm very happy to stay here. I won't fight. Next fight, title shot. It's a fight to be you're proud just, of. It's a fight to show it. You were just in my head, it was like, you know, if I don't go out there and fight, what the fuck am I doing it for? Good. I don't go out there and fight. Yep. So you did. Fuck. And you did. I'm proud of you, baby. Proud of you. Конечно же, хотелось выиграть нокаутом. Вот, но я выиграл. Вот. Я думаю, что понравился бой, понравилась вот эта небольшая кровавая драка. Good fight, my friend. Good fight. Good shit. Дай фото, сделай как фото. Фото. Oh, you speak English? Come on, a little bit. Tell you what. I believe he won 90% of the exchanges. He got caught a couple of times. It went 29-28. If he didn't get caught, he would have won the fight. You know, I have a lot of heart. And that's one of the biggest things you can't teach fighters, and you can't teach anyone. Some people get in there and they want to just coast or give up, and some people get hit and just keep fucking coming forward. You know, I came to fight, and Yan was just tough what I expected. He was tough, and we beat the shit out of each other. Алло. Где? Сыночка, я дрался, у меня бой был. Какая тренировка, дорогой? Больно делал дядя. Да, ты мой хороший. Я завтра уже, послезавтра прилечу. Я вас очень сильно люблю. Очень сильно по вам скучаю. Спасибо большое, любимый. Пока, любимый. Немножечко льда. Честно, сегодня подустал я. Эмоционально, наверное, опустошение такое. Вроде бы и победа, а вроде бы, честно, не очень доволен, как бы, ну, такой победой. Ну, всегда хочется, наверное, чего-то большего. Наверное, моя фраза любимая. Скажи, что тоже едешь, Александр. Блин, работать не хочешь, да? А, пацан, за победу. Два коротких и один очень раскатистый. Три, четыре. Ура! Ура! Ура!